Сегодня в мастерской разнообразие цветов. Приехали два одинаковых Fox Vintage и Бирбайк. Еще один желтенький Бирбайк будет в городе Твери. Втулочки на промах. Очень прикольный велосипед. Людям очень нравится, особенно желтый цвет. И вот такой вот Fox Vintage на фоне разноцветных досок. Мы продолжаем стройку мастерской. Смотрите, какие грипсы интересные. Сидушка очень мягкая. Хороший велосипед. Собирал. Все вообще замечательно. Ну, обода, конечно, тонковатый, но это прогулочный для дамочки велосипед. Поэтому вообще никаких претензий. Есть насос в комплекте, есть такая корзинка. То есть это все идет в комплекте бесплатно к этому велосипеду. Стоимость велосипеда порядка 8,5 тысяч в опте. Ну, в розницу, соответственно, 1010, наверное, он стоит. И вот долго думал, куда вот эта железочка идет. Оказывается, это защита заднего фонаря. Зачем она здесь стоит, непонятно. Но вот она имеет место быть. Такая вот оригинальная запчастюлька. Ножной тормоз, односкоростной велосипед, стальная рама. Я бы не сказал, что он тяжелый, но зато удобный. То есть через раму перешагнул, и уже ты сел на велосипед, и можно кататься. Ну и бирбайк, как обычно, тоже у нас сталь. Сейчас будем колесики протягивать и втулочки протягивать, полностью его собирать.